В день, когда приговор должен был привестись в исполнение, в первом Калиновском проезде у дома собрались представители администрации округа, госстройнадзора, полиции, собственник, а также судебный пристав, который и озвучил решение суда. Возложить на администрацию Ленинского муниципального района обязанность по сносу строения общей площадью 1687,4 квадратных метра, расположенного по адресу Московская область, город Видное, первый Калиновский проезд, участок 333-Ю, дом 19. Иск был подан несколько лет назад жительницей соседнего дома Еленой Ураковой. В то время построенное в 2014 году здание принадлежало другому собственнику. Строительство его не было завершено, в недострое обитали люди без постоянного места жительства. 30 декабря 2017 года вытащили труп. Просто здесь бесконечные пожары, как вы видите. То есть здесь самый натуральный панжай. С 2019 года у участка появился новый собственник, который утверждает, что планирует реконструировать здание и использовать его как нежилое помещение. Также, по словам представителя собственника, здание находится по другому адресу, а именно первый Калиновский проезд, дом 19А. У вас по документам сейчас нет этого здания, которое вы пришли сносить. Мы пострадавшие. У нас новый собственник, старый собственник, не ввел в то, что у него было решение по сносу и что он снес это здание. У нас нет доказательств, мы не можем доказать, что он снес. Понятно. Мы уже смотрите, то, что купили, то купили. Я понял. Данные несостыковки стали поводом отложить снос здания, но лишь на несколько дней. После проведенных проверок строение, считающееся незаконным, все же было приговорено к снесению. В настоящее время ведутся работы по демонтажу. Татьяна Брылова, Елена Кошелева, Видное ТВ.